В городском округе Щелково продолжается реализация программы социальной газификации. Голубое топливо пришло и в дом семьи Васильевых. Они уже год живут в частном доме в поселке Загорянском. Раньше для отопления использовали электрические конвекторы, но теперь в этом нет необходимости. Чтобы воспользоваться программой социальной газификации, семья оставила онлайн-заявку на сайте Мособлгаза. Мы в эту зиму уходим уже отапливаться газом. Также у нас горячая вода теперь от газового котла непосредственно, потому что до этого было электричество. Также отопление само электрическое, что, в принципе, выходило очень дорого, да, потому что в среднем платежи по электричеству были намного выше. Сотрудники выполнили пусконаладочные работы и комплексное опробование газоиспользующего оборудования, объяснили, как управлять котлом и провели инструктаж по его безопасному использованию. Включается котел этой кнопкой, включается, собственно, ей же какие-то ошибки, сбрасывается вот эта вот кнопкой, ее надо удержать. Мы бы хотели выразить огромную благодарность непосредственно самому проекту социальной газификации, нашему президенту и, конечно же, Мособлгаз за быструю выполненную работу, качественную работу. В городском округе Щелково газифицировано уже более 1300 домов. Работа продолжится. На данный период в работе более 1500 заявок. По условиям программы дом на земельном участке должен быть зарегистрирован. На границах земельных участков должен быть уже построен распределительный газопровод. При этих условиях абонент может спокойно обратиться в ближайший офис обслуживания клиентов или же подать заявку через личный кабинет в АО «Мособлгаз». Задать вопрос или получить консультацию по вопросам социальной газификации в городском округе Щелково можно по QR-коду, который вы видите на экране, или по телефону 8 800 100 75 75. Евгения Корыська, Владислав Реус, Щелковское телевидение.